Астана біздікі, наш, наш, Астана наш, Аллаху Акбар. Щука наш, щука наш, щука наш. Специально для 3G Кайзера в озеро Жарлыколь, Акмолинская, Карагандинская область, 24 ноября 2019 год. Время примерно где-то 10-11 утра. Ну, рыбаков не сильно много. Погода сегодня неважнецкая. Ветерок пасмурно. Вчера было интересней. Сработки вот только-только начались. Только клев, как говорится, пошел. Вот две щучки вытащили. Но небольшие, все стандарты идут. Мелкие. Вот они. До килограмма. Практически у всех так же. А вот ребята вчера с обеда до вечера наловили. Вон они сложили, как дрова их. Смотрите. Вот так вот. Вот сегодня 26 ноября. Канал имени Сатпаева. Вот сейчас 8:30 утра. Только выставились. И вот первая щука наша. Это только начало. Начало уже есть. Тут Саня, Талгат, Ержан и я, Иркебулан. Нас четверо. Выставились. Сейчас посмотрим, что будет. Вот сейчас Талгат руку машет. Двадцать ноября 129. Ты испортился. Алексей, ваш улов. Как клюет? Сейчас покажу, что я поймал. Жерлицы молчат, жерлиц поставили. Тишина. Это мой улов на сегодня. Как-то так. Попадались, но небольшие. Специально для 3G Кайзер. Крутит родная. Вот она. Вот она, ребята. Вот, 3G Кайзер. Пацаны, смотрите. Жарлыколь рулит. Ну, нормально. Мне нравится. Килограмм, кило 200. Порыбачили сегодня на славу. Правда, домой еще не собираемся. Погода шикарная сегодня, вообще мне нравится. Ну, сходов много, конечно, было. Кто поедет, сразу заранее скажу, жильцов берите побольше. Потому что большинство здесь уехали, потому что живцы закончились. Уже 4 часа дня. Вот мой улов, я не скажу, что крупный. Кило, кило 200, вот так, максимум полтора. Приезжайте на Жарлыколь, 3G Кайзер, Русалим. Всем пацанам, давайте ни хвоста, ни чешуи. Я надеюсь, завтра много ребят приедет. Да, сегодня 29 января, 19 год. 30 ноября 2019 года, Жарлыколь. Рыбаки со всей Астаны здесь рыбачат. Жарлыколь сегодня порадовал нас вот такими красавицами. Григорию огромное спасибо за обзор такой модели жерлицы. Пользуемся очень успешно. Ему большая благодарность. Всем привет. Вот вышли сегодня на рыбалку, 30 число. И река Ишим, на старице рыбачили. Вот наш улов сегодняшний. Получается 8 щук. Вот другая плотва. Ну, сейчас до вечера посидим и домой пойдем. Привет, озеро Жарлыколь. Сегодня 30 ноября.
суббота, 2019 год. Рыбачим тут с друзьями. Вот наш улов. Поймали много, говорить не буду, сколько нас людей рыбачило, чтобы у вас там в голове всякая ерунда там не возникала. В общем, клевало неплохо. Ловили даже на пустой тройник. Опускали его глубину замерить, и щука брала. В общем, советую. Обалденно. Обалденно. Вот наш улов. Здравствуйте, ребята. Сегодня 1 декабря 2019 год. 129 канал. Карагандинская область. Вот. Приехал на рыбалку. Вот. Порыбачили. Теперь собираемся домой. Вот жду сейчас ребят. Вон идут. Небольшой отчет от рыбалки. Вот. Есть небольшой трофей сегодня. 4 килограмма щука. И 2 небольших щука под килограмм. Вот такой небольшой отчет. Поклевок было много. В основном сходы. Мальков взбивала щука сегодня. С утра было до обеда. Где-то до 10. Хорошо. Клевало. Сработок было много. Ну, сходов много. Зато один небольшой трофей. Как бы рыбалку доволен. Вот такой небольшой отчет. Всем спасибо и удачи. Триджи Кайзер. Жаровый коль. Первая поклевка, но неудачно. Сарвантус. Ждем, ждем. Первый блин комом. Да, первый блин комом. Погода шикарная. Минус 20 за бортом. Ну, это все огонь. Да. Гриша где-то тут тоже на озере Жировой Коль. Мы его еще не видели, но списывались. Говорит, что поймал одну, две сошло. Все, всем привет, 3G Kaiser. Всем привет. Сегодня 2 декабря 2019 года. Ловлю окуней. И вот, короче, оторвала мормышку. И сейчас поймал окуня. А у него моя мормышка, вот она. Окуневая мормышка с глазом. Подфартила. Сейчас перевяжусь и буду на нее дальше ловить. Итог нашей рыбалки. Моей, точнее. Вот моя рыба. Окуни мои. Вот такие сегодня. Клевали окуни. Щуки не было. Чисто окунь. Все, собираемся домой. Закат уже. Всем привет. Были сегодня на Самаркандском водохранилище. Это камышовый рай. Ничего не клевало. Ну, почти. Ехали за щукой. Без живца, правда. Живца сразу наловили на месте. Вот она, одна красавица. Ну, грамм. Что-то Юрка говорил 800. Скорее всего 600. Может, 700. Ну и окуня вот. Наловили окуни. Вот такие вот кабанчики есть. Окуня сколько? Килограмм 6-7, наверное, поймали. Вот так вот. Еще у нас вот тут вот открытая вода есть. Кто хочет, приезжайте, спиннинг покидать. Будет весело. Все, всем спасибо, всем пока. 129, 2 декабря. Жека, привет. Как рыбалка? Пойдет. Юрий Александрович, привет. Вот такой на сегодняшний день у нас улов. Вот такие экземпляры попадались. От нуля ушли. Да. Ну, в основном окунь. Немного, но было вот чуть-чуть плотвы здесь. На данный момент вот такое количество.
Рыбалкой довольны? Все супер. На связи. Ну, рыбалка.